Всем привет, меня зовут Павел Сафронов, и это короткое видео я запишу без сценария и от души. Итак, вы все, наверное, знаете, что происходит у нас в стране, вы все, наверное, знаете, что 20 лет уже ей управляет вор, бандит и убийца Владимир Путин, который на наши с вами деньги построил себе замечательную, прекрасную жизнь. Тем временем, как очень многие люди в нашей стране живут не столь прекрасно, мягко говоря. Так вот, если вы хотите это все изменить, если вы хотите, чтобы ваши права не попирались, если вы хотите, чтобы на ваши деньги Путин не строил себе аквадискотеку, пилон для проституток, или там, что там он еще построил, казино себе и прочую всякую роскошь, закопал каток, блин, под землю. Ну, кто видел расследование Навального, тот знает, а видели их многое. На данный момент уже 45 миллионов просмотров за чуть более чем сутки. Так вот, сам, кстати, автор этого расследования, Алексей Навальный, находится в тюрьме сейчас, как вы поняли. Так вот, выходите не за Навального, выходите на улицы своих городов 23 января 2021 года в 14:00 на Центральную площадь за свою свободу, за свое будущее и за будущее своих детей. Но важно не только выйти, а важно еще и добиться своих целей. Я призываю всех готовиться к 23 января и выходить, и не уходить, не расходиться, пока не будет достигнуты цели этого протеста. А протест заключается в том, чтобы освободить всех политических заключенных в России и чтобы преступники понесли заслуженное наказание. А самое главное, главный преступник, это Владимир Путин, должен быть арестован и посажен куда-нибудь вместо Алексея Навального, например, в тюрьму «Матросская тишина». И там уже мы ему будем задавать вопросы про дворцы, яхты, коррупцию и бедноту в России. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и берегите свои права.